Ярмарка вакансий «Работе возраст не помеха» пройдет 19 октября в помещении Одинцовской библиотеки номер 1. Все желающие смогут проконсультироваться по вопросам, связанным с открытием собственного дела, а также узнать о действующих программах профессионального обучения. Специалисты Центра занятости проведут мастер-класс по составлению привлекательного резюме. Ярмарка будет открыта с 11 до 13 часов.